еще один интересный бренд, китайский Senix Unstoppable Power. Что у этого бренда я заметил интересного? Это вот такой аккумуляторный культиватор. Когда-то такой культиватор был у компании Makita, но почему-то они ушли. Вот сюда вставляется аккумулятор. Цепные пилы представлены, аккумуляторные. Аккумулятор идет, я так понимаю, на 58 вольт. Здоровый аккумулятор, индикация зарядки на нем есть. По весу что-то он какой-то, если честно, легкий. Можно сказать, как макитовский 5-амперный. Также здесь триммер с таким же аккумулятором. Я так понимаю, у компании вся линейка сделана на 56-вольтовых аккумуляторах, хотя есть и 20-вольтовые. Интересный гайковерт. Представлена УШМ, воздуходувка, гайковерты на 20 вольт. Это, кстати, тоже 20 вольт сверху. Просто аккумулятор намного больше. 8-амперный. Сабельные пилы. Также здесь представлены газонокосилки на 56 вольт. Аккумулятор один. Есть вот такая побольше. Здесь уже два аккумулятора. Кстати, не указано, какие. Видимо, на 20 вольт сюда. Я так предполагаю. Здесь тоже два аккумулятора. Интересные пружины, чтобы они вытаскивались лучше. Здесь уже отломали. Да, это новая продукция. Здесь интересно, есть моечка. Ведерко сверху отстегивается. И здесь внутри можно налить воду и помыть машину. Авторезы, цепные пилы. О, кофеварочка есть, аналогично, как у компании Makita. Только аккумуляторы здесь сзади один. Она идет 220 от сети и от аккумулятора работает. We will this for Makita. Makita, our lead. I have Makita. Yeah, okay. We made it for Makita. We made it. Understand. Yeah. Ребята говорят, что их компания делает эти кофеварки для компании Makita. But we have the... Можно. Ну и здесь триммеры небольшие, воздуходувка и сетевые воздуходувки, сетевые цепные пилы.